Нет, 2 секунды остались. Время до конца истекания. У него 7 минут еще было. Но я успел за эти 2 секунды ему поставить мана. Анализ. Вначале он сильно выигрывал, хоть он и одну пешку выигрывал, но как у него продвинутая фигура, показывала, что у него большой выигрыш. Допустим, тут идет. Ну, в общем. Вот такая игра. Оказывается, коня надо выводить сперва. Мне надо было бить. Меняшек. Ведь не свет, а вот свет.
ошибка, у меня нет грубой ошибки. У него ошибок много. У меня меньше ошибок. У меня сомнительных ходов больше. Ведь не советует как бы. А ему тоже тут ходить нет смысла. Бывает, что советуют, но в этой ситуации, видимо, не надо. Как тут уже другая ситуация. В этой стороне рокировка, тут королева рядом. Я думал, может, вот это стоит, но потом подумал. Вряд ли там я что-то добьюсь, если собью. Если сломал. Я тут уже интуитивно чувствовал, что тут надо подойти. Нужно было, чтобы его немножко напугать вот этим шахом. Если он тут. Вот тут его ошибка больше. Не спит. У меня больше спешек уже стало, чем у него. И у него уже проигрышная ситуация. У него король стал открыт. Как бы тут расслабился. Не подумал, что вот, если он идет тут, то я бью. Потом он бьет, и я бью. И он две спешки теряет, а я одну. Можно было легко увидеть. Он, может, рассчитывал, что потом этим отойдет и на мою королеву нападет. Он вот подумал, что нападет на этого и нападет на мою королеву заодно. И этого сбьет. Такой у него план был. Я похожу иду тут. Он по глупости тут еще пошел. И тогда надо на королеву нападать. Он убегает. Я бью королеву. Ой, я даже башню бью. Этого и не заметил.
что тут башня и королева на одной линии. Я подумал, у меня больше пешек, поэтому и король у него открыт, поэтому нужно разменяться фигурами как можно меньше, чтобы было фигур этих тяжелых, так называемых. Вот почему это совет иметь. Он бьет, а я бы. Тут, оказывается, надо было бить королеву. У меня больше спешек было бы. Вот я бью королеву, он бьет меня, я бью спешку. Идет тут, я вторую еще спешку буду сбить. Я не сбил, я еще шаг поставил. Он сбил спешку. И теперь уже обменялся. Тут у него совсем проигрышно. Две спешки. Три. У меня шесть. Вот уже две. Все равно. Просто время торопило меня, и поэтому я где-то тут, может, и не совсем умные шаги сделал. Есть.